Добрый день, с вами канал Секрет Мастера. Нашел сегодня вот такую штуку на чердаке. Ракета в космос называется. Классная вещь. Внутри такая пластмассовая ракета с названием «Восток». Насос велосипедный. Вот такой переходник. Я его называю «Байконур». Он одевается на велосипедный насос. И вот так вот должна одеваться ракета. Ну, прежде чем ее запускать, ее надо заправить. В общем, для всех ракет подобного класса гидропневматических необходимо залить 1/3 объема водой. Сейчас мы это и сделаем. После заправки берем ракету, вставляем в Байконур, фиксируем и начинаем накачивать. В общем, чем больше накачаем, тем дальше улетит ракета. Качать надо со всей силы, сколько хватит. При запуске надо учитывать направление ветра, держать крепко, чтобы она никуда не сдвинулась. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Бум. Как всегда, кто досмотрел до конца, вы можете ставить лайк, задать вопросы и даже подписаться на канал.